Здравствуйте, молодой человек. Здрасте. Скажите, пожалуйста, откуда вы? С Караганды. Из Казахстана. Угадал. Скажите, пожалуйста, видели ли вы новое творение группировки «Ленинград» клип «В Питере пить»? Да. Ваше впечатление? Офигенно. Просто офигенно. Скажите, пожалуйста, что вы положительного для себя извлекли из этого клипа? Свобода. Отрицательного? Свобода. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему главный герой клипа после того, как освободился от офисного рабства, отправился употреблять спиртное, а не отправился, допустим, на уроки жонглирования булыжниками? Видать, дальше идти было. Скажите, пожалуйста, хотели бы вы, чтобы Сергей Шнуров бросил пить? Уже окончательно. Нет. Почему? Зачем лишать человека счастья, если ему хорошо так? То есть вы не порекомендуете Сергею Шнурову бросить пить уже окончательно? Я бы с ним сам выпил. Где он? То есть вы хотели бы сами даже выпить Сергеем Шнурову? Почему? Ну, веселый пацан, что? Мы бы нашли общий язык, судя по клипу. А на уроки жонглирования булыжниками с Сергеем Шнуровым вы бы хотели сходить? А он ходил? Нет. Нет. Почему нет? Ну, он же не ходил. То есть, когда Сергей Шнуров сходит на уроки жонглирования булыжниками... Я первый запишусь туда. Шнуров, я рекомендую вам прийти на уроки жонглирования булыжниками. Почему? Я сам туда приду. Скажите, пожалуйста, хотели бы вы увидеть, как в Петербурге жонглируют булыжниками? Да. Почему? Я не видел этого. Посетить уроки жонглирования булыжниками, так как нам, девушкам из Петербурга, очень интересно на это посмотреть.